Не-не-не, я сижу, все нормально. Граната! Ё-моё! Надо было бежать. Надо было вылезать, на. Футболка красная, недорого. А вам почем знать? Потому что я владелец оружия. Да вы что? Да я тебе отвечаю, сынок. Ты возьми этот пистолет, ты улетишь на седьмую орбиту. Дядя, что вы мне предлагаете? Что-то мне кажется, Вот оно мне кажется, я вам хочу сказать. Оно мне кажется, что здесь кто-то был. Я увеличенный взял. Где это сейчас было? Это прямо здесь, рядом. Да нам пизданули. Нам пизданули тачку. Не-не-не, это я их взорвал. А, ты их взорвал. Нихуя себе. Серега, ничего себе. А что, красава. Что ты там в земле ковыряешь? А, я тут подобрал. Все, нифига. Смотри, просритос. 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 Что, нихуя себе такая хуйня. Иди, тут магазин. А, нет, это для калаша магазин. Что, я возьму себе еще один. Я на голову забрал. Серега вообще без этих, без ботинков. Ах, ребята, сейчас задымим. Ох, сейчас мы задымим. У меня есть чем... задымить. А мы не задохнем, что это дымит? Нет, все нормально будет. Это не газовое? Нормалёк вообще, хорошо. Я на газ. Пошли. Нет, мне здесь хорошо. Прям весь дом на дыме. Я хочу из дома тут принять. Это убить просто с дыму. Ужас просто, блядь, какой-то ужас. Я-то сейчас еще у меня аптечка есть, я сейчас еще утонусь, блядь. У меня тоже одна есть. Я сейчас просто подожду, сейчас не... Ой, я умру сейчас, наверное, ё-моё! Нет, я не умру, я буду жить! Нет! Нет! Давай, ноги! Я добегаю, добегаю, фух, добегаю. Я добежал. Сейчас я заремку. Аж полегчало! Сейчас я мне на заремку жизненького, сука, на зрение хуй. Эээ, блядь, мотоцикл нахуй! Где? Вы чё, блядь? А, на двоих должен кто-то остаться. Давай, ну! Прыгайте, прыгайте. Серёга! Вывози, водила, вывози! Серёга, брат, прости, мы за тебя отомстим! Давайте, пацаны, отметьтесь там за меня! Валя, мне стать! Меня убьют сейчас! Нихуя ты красный! О, аптека есть! Я вылечусь! Двигай жопой! А я тут сижу, куда двигай? Здесь где-то машина! Тыка, я не могу, я еду! Да куда на какую? Машина, мочи его, мочи! Я что я говорю, здесь дохуя народу! Вали его нафиг! Давай, за ним, козлом, едем! Он один. Вали его нахуй! Убил его, козла, убей нормально! Снимай, давай! Давай! Во-во-во! Вижу, ползет! Ебашь его нахуй отсюда, конечно, вали его! Ебасит, вот так вот, мя-мя! С одного выстрела, причем вообще. Да, его добить, это его надо было, по-моему, добить. Опа, УАЗик встретил. Кто-то зашел, видать, и это. И не вышел. Да. Тихо, где-то что-то ёбнуло. Баги едет, сюда. Стой. Поверху проехал. Сейчас смотри, он сейчас... Ты не убегай далеко, смотри, он сейчас заберется в УАЗик, будем его ебашить. Да кто он-то? Он на своей машине проехал, они. Он сейчас поменяет, он УАЗик бросит, скажет нахуй. Ой, вернее, баги бросит, скажет, УАЗик лучше. Кто-то стреляет слева. Это его, он его убил, другой скажет, нет, УАЗик я себе возьму. Блин, все у тебя ответы. Ответвление не может быть, все вот так и все. Я все думал, что сзади будет. Бля, что, УАЗик никому не нужен? Сейчас дождемся эту хуйню. Заходим в УАЗик и поедем в зону. Все. Все очень просто. Все по сценарию. Здесь сценарий расписан. Дождемся. Похоже, их всех убил какой-то снайпер, у которого УАЗик уже есть. Вот это третий вариант. Да. Прям книгу можно написать, чей УАЗик. Не, зона и УАЗик. И УАЗик в зоне. УАЗик в зоне. Я думал, он зашел сюда, просто мы мимо него пробежали. А он внизу там на самом деле. А, ну, кстати, такой тоже. Это уже четвертый вариант. И может быть, да, такое тоже исключать нельзя. Надо будет выезжать из зоны на УАЗик. А может и УАЗик не надо будет. Так, ну сейчас посмотрим, да, может быть, да. Так, тут 34 живых уже. Еще, уже. Ну вообще, далеко, наверное, бежать, мне кажется. Уже. Нихуя! Смоляет, да? Вообще. Хуя себе, блядь! Походу, хозяин УАЗика. Да. Блин, откуда? Походу, блядь. Заползи сюда, Андрюха, ко мне. Походу, в натуре хозяин УАЗика. Давай, за дерево, за дерево! Блин. За дерево,
сука. Да, блядь, хозяин УАЗика. Да, блядь, вот эта концовка мне вообще понравилась. Вот это да, был вариант. Пиздец.